Всадники апокалипсиса, мы рады приветствовать вас на еженедельном кроссаут-шоу. Оставляя искрометный комментарий, обязательно сразу указывайте свой игровой никнейм с учетом регистра, чтобы мы могли найти вас и зачислить награду. В этом выпуске я в домике. Береги ракеты. Выстрел с того света. Дружеский толчок. Немногие знают, но в пустошах есть специальные места, куда задиры не заходят. Просто потому, что не помещаются. Диви-Диви как раз отыскал одно такое местечко и поэтому может насладиться видом врага, который падает вниз, словно мешок с болтами. А мы еще и золотишко сверху накинем. Когда противника в прицеле забирает кто-то другой, Арми Чимп мгновенно отводит ракеты в небо. Еще бы! Знаете, сколько мусорщики сейчас берут за боеприпасы? Но как только на горизонте появляется новая цель, выживший тут же вызывает сохраненный залп обратно и все-таки получает фраг. Молниеносная реакция, отличная выдержка. Кларнетом в долине пользуются немногие, потому что боятся. Ведь у этого Птура есть мистическая сила преодолевать границу между миром живых и миром мертвых. Не верите? Посмотрите на Кутузов. Он успешно поражает цель, хотя сам давно уже уехал в гараж. Страшно. Очень страшно. Если видите, что союзник остался без колес на солнцепеке, будьте добры, подвиньте его поближе к тенечку. Он вам тогда поможет. Причем буквально сразу. А еще мы голды дадим. М420, держи награду за доброту.